Кажется, холодно, да, Рушан, уже? Зима закрываем на дворе, окно. Зима на дворе, идиот. Какой идиот еще? Так, что у нас здесь говорит? Есть, друзья, что-то. Зайка, ну они подтаяли, слушай. Ясен пень. Какой еще тебе пень? Так. Это не должны потайные быть. Да? Да. Ну-ка, раскрой, посмотрим, какие они. У нас есть наггетсы, наггетсы на каждый день классические. И вот такие наггетсы, которые стоят 105 рублей. Наггетсы классические тоже. На все 100. На все 100. Так. Мы сейчас будем сравнивать. Нет, сырые-то не надо сюда. В смысле, это мы сейчас выложим, посмотрим, как они выглядят сначала. Ты так хочешь, да? Даже так? Да. Ой, ты мой хороший. Сюда, а у тебя что, голова не чистая? Она у меня вообще не чистая. А, тут планировки почти нету. Выкладывай. Да так, вываливай их все. Че с ними церемониться? Все равно их есть потом. Да, давай мы вот так вот еще закатим. Так. Так, это наггетсы, которые... А ты не помнишь, кстати, в какую цену они? На каждый день? Я не помню. И смотри, вот реально. Есть вау! Отличие? Вау, ну конечно есть. Давай, открывай. Я что буду это есть? Нет, давай, давай, почему все время все лучшее дети, точнее, все лучшее тебе? Да ладно. Да. Ох, реально такие красивые. Красивые. И вот, смотри, и те, в принципе, да, идут наггетсы классические. Видите, наггетсы классические, да. Но что-то здесь от классики мало чего осталось. Ну что, короче, наггетсы забыли, не положили. А классику забыли на это. Да, будем пробовать, короче, их жарить. Блин, там дело не пойдет. Безбашковая команда, раз, два, три. Безбашковая команда, три, два, раз. Рушан, подожди, не смеши. А ты не смейся? Хоть нас укомрят, я уже камеру. Мой нос, я хочу, то и делаю. Тебе надо здесь это немножко... Да, мне вообще его подстричься бы. Ну да, ты же сказал, ты киргизы стричься не будешь. Так, надо теперь нам тарелочки. Да, если я потребуюсь, меня киргизы не пустят. Так, а мы какие сначала будем жарить? Индиперстовые или обычные? Давай нормальные, которые посимпатичнее. Это чтобы я ими наелась, а потом тебе не стала есть. Понимаешь? Ага. Там, короче говоря, нужно их это, сковородку разогреть с маслом. И это. Мы все такие уставшие, мы все такие замученные, лохматые, обсосанные. Особенно я. Я тоже. Ну я лохматый, ты обсосанная. Ты сказала сама, что обсосанные, лохматые обсосанные, нас двое. Соответственно, кто-то из нас лохматый, а кто-то из нас обсосанный. Так, надо что-то переворачивать, придумай, да? Да, вот такими вот штучками. Дучки, дучки. Давай, я боюсь эту, накладываю. Кого ты боишься? Рушан, ты издеваешься? Что, боишься, да? Да, что? Жим-жим. Ну, давай же масло еще не разогрелось, будем ждать. Я всегда в одной футболке хожу, потому что... Потому что он так любит. Да. Так. Вот. Вообще было бы прикольно иметь фритюрницу. Прям туда масло кинул. Ну да. Два олигарха сидят в Макдональдсе и говорят, так, что бы заказать? Так, ага, куриные наггетсы. Я, говорит, куриные крылышки пробовал, куриные ножки пробовал. Куриные наггетсы. Говорит, а где у курицы наггетсы находятся, интересно? Ты не знаешь? Нет. Солнышко, ну не надо. Чуть-чуть будут... добавить надо огончая. Не будут, они нормально все будут. Блин, очень жарко. Открой окошко. Давай. Да. Кстати, друзья, мы сегодня Нэнси покупали. Она такое нам устроила ванну, это катастрофа. Потом посмотрите на ее канале. На Нэнси на канале будет ее купание. Это да. Было что-то. Пострадал больше всего я. Она когти выпускает, я ее вообще боюсь, если честно. Опасно. Слушай, а может мы их вообще жарить не будем, а? Что, сколько зря денег, что мы же потратили? Нет, дело не пойдет. Надо тоже пожарить. Ну. Костя, иди посмотри на наггетсы, сравни, какие красивые. Сравни, Кость. Пускай скажет, какие есть какие. А где у нас упаковки-то? Как вот ты смотри, две упаковки наггетсов было. Какие из них какие? На каждый день и на все 100 какой-то. Какие есть? Как какие? Думаешь, откуда? Какие? То есть
эти отсюда. Ты думаешь, вот эти отсюда? А эти отсюда, да? Нет, покажите упаковку. Ну, это на каждый день. Ну да. Это отсюда, да? На каждый день? Кто спасибо куда? Вот это, видишь, они планировки дешевые, а дорогие. И, ну, там похоже просто там, на картинке больше. Да, вот по картинам сравним? Да. Ну, вот так вот, оказывается, бывает. Вот как они у нас жарятся. Обжаривается. Все, вторая партия пошла дешевых наггетсов. Так, вот они у нас пожарились. Какие теперь они у нас золотистые, красивенькие. Теперь будем жарить подешевле немного вариант. Надоело фастфуд. Просто мы хотим протестить, какие есть разницы между наггетсами за 38 рублей, наггетсами за 103 или 105 рублей, или наггетсами, которые из Макдака и KFC. Вот хотим. Просто попробуем и скажем. Ты у нас эксперт. Лада седан, баклажан, лада седан. Это Костя, вы все знаете. Всем привет. У нас сейчас будет дегустация. Я так поменяла, так уже, чтобы видно было. Как говорится, более таких дешевых и скажем свои впечатления. Хлеба можно? Какой хлеб? Ты чего? Вот это наггетсы за 38 рублей. Ты на 30 с чем-то, короче, ладно, говорю, красная цена. Сейчас плохие, да? Некачественных. Неплохие. Наггетс как наггетс. Угу. Отличается от Макдака? Но. Что, Макдаки вкуснее? Не, серьезно, что тут котлета какая-то. Не, ну там... Согласен, на профессионалы жарят. Я не думаю. Ну, в принципе, сейчас мы с этим попробуем. Может быть, кетчупа? На вкус обычный котлет. А, ну давай, кетчуп. Так. Кисло-сладкий или сырный? А, подожди, заяц, вот здесь краешку где-нибудь. А я что делал? Я еще либо с кетчупом. А ты свинячишь. Все, значит. Пока здесь не надо. С теплом пока, да? Да. Так, теперь пробуем нормальные. Бери. Теперь пробуем нормальные. Ага, у тебя что-нибудь нормальные? Зажаренные? Ну ладно, зажаренные я люблю. Ну как, Костя? Не знаю, вот это наггетсы, а это котлеты обычные, какие-то дешевые. Как в столовой, в школе. Везет, у тебя в школе столовая была. Вкусно. У нас тоже столовая была. У вас что не было? И хочешь сказать, вас по 4 класс не кормили? Да. В первом классе не кушал? Нет. Ты был вообще в школе? Да. Что-то странно, у тебя школа. Может, ты не знал, что у тебя есть столовая? Да. Нет, у нас нет, была столовая, но она платная была. А, у нас тоже платная все. Нет, ну планил. Ты туда приходишь и покупаешь, что хочешь. Ну да, у нас так же. Нет, а кормить не кормили? Перед этим, да, кормили до 4 класса кормили. Да. Все кормят. В селе учился, ну, какая школа? Только там было так. С 1 по 3 или по 4 класс кормят бесплатно через день. Угу. А потом 2 раза в неделю только. А я вам сейчас такое его скажу. Мне почему-то эти наггетсы больше понравились. Потому что это котлеты обычные, а это наггетсы. А вот эти не очень. Да, вот нормально. Ты советую. Будешь есть, а мы будем есть. Да, не, вот эти давай, мне понравилось эти. Я нет, вот эти. Но вот эти вот настоящие наггетсы. Они какие-то слишком расплющенные. Нет, но это не в этом дело. Чей такие красные? Он че, из Красного моря? Красная икра. Дикая курица, наверное. Не, брав, вот эти вкусные, мне нравятся. А мне вот эти нравятся. А что? Здесь в планировке что-то просто какое-то что-то добавлено. А еще у меня губа ломала. Пухленькие. А эти какие-то? Пухлый кролик. Тонкие. Есть нечего. Короче, это котлеты. Одна планировка а здесь. Наггетсы. Котлеты не чувствуются. А наггетсы это и есть котлета, мне кажется. Нет. Здесь мясо не чистое. Совсем котлет. Кстати, что такое наггетс? Как их готовят? Это не фарш куриный? Или что это вообще? Это вообще обычное тут... Куриное филе? Да. Кусочками порезанные панировки и пожаренные? Можно так сказать. М-м.
Что-то не нравится тебе, реально? Нравится. Нравится. Давай, почему будешь нравиться? Ну все, будем покупать. Ваши они наггетсы. Каждый день я забыл. На каждый день? На каждый день. И будем кушать. Что, недорого? Ну-ка, я попробую еще. Ой. Попробуй. Ой, кичу поналёй. Мужика. Ой. Да, кстати. Вот в этом наггетсе больше мяса. Ну да, его и чувствуется. Да перехвалили каждый день. Ещё и ценник. Не, вкусные, честно, ценник. Людям. Да, они вкусно. Стоит берите... покупать наггетсы. Мне понравились. Мне они нравится. Не выглядят так изящно, как вот эти дорогие. Угу. Ну, на вкус. Вкусно. Просто Диане Ашан доплатила немножко. Нет. Чтобы она пропиарила. Пару миллионов долларов. Мы да. Сейчас здесь сидим, завтра будем в этом пентхаусе сидеть. Да, в Монако. Да. Фуагра. Дегустировать. Красную икру там с черной. Как говорится, черную икру на красную намазывать. Да. И кушать. Кинь. Ой, что-то я наелся. Да, давай кушай. Ну вот, хочешь это кушать? Не, я хочу вот эти кушать. Ну тебе же тебе понравится. Я тебе такого не говорил. Угу. Я сказал, что там больше мяса. Ну ладно. А я панировку люблю. Нет, ну это котлеты. Я вам как-нибудь схожу в свою бывшую школу, достану котлету, дам вот эти наггетсы и котлету. Вы поймете, то что они прям вообще, можно сказать, та же самая котлета. Вот серьезно. Только здесь мясо поменьше, чем в котлете. Кому как? Мне нравится. Самое главное, жил котлету. Да. Кстати, что я постоянно какую-то грудку покупаю? Да, наггетсы будем покупать. Еще ли получится? Сделал туре. Они дорогие. Да, нарубил это. Наггетсы. И все, и с турешкой. Хрум-хрум. Правда, нам не отложку потом вызовут. И какое-то время с заварком кишок. О. Раз жилка. Два жилка. Все, невкусные эти наггетсы. Это вырежу. Даже у меня есть. Да. И у меня есть. А у меня нету, потому что я все хром-хром-хром съел и все. Так, сейчас бы колы. Чего? Кока-колы. У меня бы газировки обычные. Безвкусные. Обычно газированная вода? Мне вода простая подойдет. Нет. Ой. Не послать ли нам гонца? Кого? Костю? У нас есть... А что у нас есть? У нас нет нифига. Костя только с души. У нас есть шампанское. Детское шампанское? Оно газированное, сладкое, вкусное. Ну, Руш, а мы же оставили, вдруг к нам кто-то в гости придется с детьми. Ну и что, мы детского шампанского не найдем? Ну, 100 рублей стоит. В магазине не дают купить, дома не дают пить. Ну что, делаем выводы? Да. Что те наггетсы, что эти наггетсы очень вкусные. Я больше на каждый день. Потому что там мясо больше. Угу. Короче, да, хотите... они вкуснее, чувствуются. Больше мяса берите на каждый день. Да. Хотите... больше панировки? Да. Берите, дорогие. Угу. Все. А хотите поставить лайк, ставьте лайк. Да. Да. Лучше не покупайте, лучше ставьте лайк. Не хотите ставить лайк, не ставьте лайк. И все. Самую рекламу не пропустите. Ну ладно. Всем пока! А у нас опять зима, гляньте. Вообще шикарно, да, Рушан? Да, да. Как тебе погодка? Обалденный снег просто. Блин, нам завтра возврат езжаем. Держи. Все. Езжаем. Беги. Короче, люди, мы бежим в магазин за газировкой. Да, нам нужно срочно попить. У нас валит снег. Как снег-то валит. Реально. Подожди, вот так немножко. Остановись. Гляньте, как он валит. Он просто капец как валит. Уже возле машины-то да.
Не, ну круто. Короче, Рушан не справляется ни дня без газировки, не знаю, что делать с ним. Не, зима, зима, она должна быть зимой. Вот у нас как раз таки зима, которая зима. Ну да, конечно. Зима без снега. Это знаешь, это в этом году зима отдувается за прошлый. За прошлый год отдувается, потому что в прошлом году снега толком не было. А Новый год, помнишь, мы отмечали, дождь шел. Да. Давай на эту сторону. Че, руки отмерзают? Нет. А че? В левый глаз светит, теперь в правый глаз посветит. Так что идем мы за газировкой. Да. Все.